посмотри, какая хорошая динамика. Инфильтрация здесь у нас уже практически исчезла. Хотя, видишь, вот конечно, здесь, вот тут еще сохраняется участок. Вот, ну, я думаю, что надо, конечно, сделать в такой больной состоянии, сейчас уже улучшится бронхоскопия. Конечно, надо сделать вот компьютерную томографию. Добиться значительных улучшений в кратчайшие сроки для специалистов пульмонологического отделения 2-й областной клинической больницы – дело привычное. Здесь накоплен огромный опыт лечения запущенных форм легочных заболеваний. В этом отделении концентрируются самые сложные, тяжелые больные со всей Оренбургской области и города Оренбурга. Отделение в полном смысле, конечно, оснащено всеми лечебно-диагностическими возможностями для оказания качественной медицинской помощи. Отделение пульмонологии терапевтического профиля. Методы лечения здесь консервативные, но самые современные. Один из наиболее распространенных способов – небулайзерная терапия. Это ингаляционный способ доставки лекарственных препаратов в легкие при помощи вот таких аппаратов. Это самый безопасный способ лечения больных, потому что лекарство попадает именно туда, где оно необходимо. То есть и исключается системное влияние лекарства на другие органы и ткани, вот, что, к сожалению, нельзя, допустим, исключить при назначении инъекции или таблеток. Метод простой, безопасный, а главное – эффективный. Жидкое вещество превращается в пар. Или вот такие вот мельчайшие частички, который человек вдыхает, больной, да, и эти частички проникают очень глубоко в легких. Эффект от введения этих вот лекарственных препаратов гораздо выше, чем эффект от ингаляции обычных ингаляторов. Действие этих препаратов, оно как бы приравнивается к внутривенному введению даже лекарственных веществ. К примеру, у человека приступ, удушье снимается даже, может быть, быстрее, чем от внутривенного введения лекарственного препарата. Лечить самые сложные случаи – работа специалистов отделения. А предупреждать возможные осложнения – главная задача каждого медика. И здесь работники отделения впереди не только своих региональных коллег, но и российских пульмонологов. Несколько месяцев на базе больницы успешно работает уникальный проект Министерства здравоохранения Оренбургской области – региональный регистр больных бронхиальной астмой. Уникальность его заключается в том, что мы в реальном времени можем помочь всем участковым врачам области, проконсультировать их правильности, корректности назначения лечения для данного пациента конкретного. Форма уже в распечатанном виде. Каждый участковый терапевт просто ставит галочки, какие препараты пациент получает в течение квартала. Работать на опережение, чтобы не допустить трагедии – главный принцип врачей отделения. Команда, собранная здесь – еще один повод для гордости заведующего пульмонологией. Коллектив, он сформирован, в общем-то, много лет тому назад. И поэтому в этом отношении, да, и многие имеют, естественно, сертификаты, практически все по профилю пульмонологии, я имею в виду, и врачей, и сестер. Более того, многие из них имеют квалификационные категории. Единовременно здесь могут оказывать помощь 70 пациентам. Наряду с общими палатами для комфорта больных созданы одноместные. На базе отделения работает пульмонологический центр. Сегодня это единственное учреждение в области, где есть все подразделения и службы для оказания комплексной высокоспециализированной помощи пульмонологическим больным.